В ДК «Пролетарка» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню медицинской сестры. Это профессия, без которой невозможна современная медицина. Ведь именно медсестры и медбратья непосредственно проводят назначенные врачом процедуры, осуществляют уход за пациентами. Во время операции готовят для хирурга или анестезиолога инструменты и медикаменты и выполняют другие сложные, ответственные и важные обязанности. Подробности в нашем сюжете. В Тверской области День медицинской сестры связан прежде всего с именем основоположницы сестринского дела в России, сестры милосердия Екатерины Бакуниной. Она стала героиней Крымской и русско-турецких войн. Пожертвовав богатой и беззаботной жизнью аристократки, она посвятила себя служению людям. Спасла тысячи жизней и вдохновила миллионы сердец. И сегодня новое поколение медицинских сестер продолжает добрые профессиональные традиции. Председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев поздравил медицинских работников с праздником, вручил награды и отметил, что о важности их труда знает не понаслышке. Уже почти 20 лет был главным врачом. Да и медсестры, они выполняют очень большую нагрузку помощи врачам. Без них невозможно. Поэтому я сегодня от души вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. Сегодня в медицинских учреждениях региона работает свыше 10 тысяч медсестер, акушеров, фельдшеров и лаборантов. Более 1500 объединила Ассоциация средних медицинских работников, выступившая организатором праздничных мероприятий. Возглавляет ассоциацию заместитель главного врача областной клинической больницы по работе с сестринским персоналом депутат Тверской городской думы Наталья Павлюк. Эта профессия всегда была очень важная, очень нужная. И как сейчас показывает, что без профессии этой, просто больницы не могут работать. Сегодня у нас еще и конкурс на лучшую акушерку. Участвуют 5 участниц. Это от всех родильных домов. Я надеюсь, сегодня у нас такой будет праздник. И выберем самую лучшую медицинскую акушерку. В рамках профессии существует множество направлений, и каждый выбирает свое, как говорится, по призванию. Валентина Шашкина в профессии уже 51 год. После окончания Нелидовского медицинского училища в 1972 году пришла работать по направлению в областную клиническую психиатрическую больницу в Калязинском районе. И за все это время ни разу не пожалела о своем выборе. Все свои годы проработала в областной психиатрической больнице. Пациенты у нас очень разные. Нужен им лечение и забота, и уход. Все очень хорошо, всем довольна. Очень хорошие коллеги, молодые. Внедряются новые технологии. Я стараюсь осваивать все. Труд медицинских работников не назовешь легким. Это бескорыстное служение людям, которые нуждаются в помощи, и полная самоотдача. Это профессия, настоящий подвиг, ответственность, бесконечная преданность своему делу.